Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня видео-конкурс. Самый большой, наверное, конкурс за все время, который у меня был, и с самым большим количеством победителей. Конкурс сегодня непростой, потому что мы решили сделать вместе со всеми моими девочками, с Леной, с Кристиной, с Аленой, с мамой, и еще туда мой новый канал тоже. От каждого идет свой подарок, плюс еще от меня два подарка. Победителей всего будет 7. Я знаю, что вам очень нравятся бьюти-боксики, поэтому мы отдельно, каждая, собрали для вас бьюти-боксы. Сейчас я покажу, что там у нас лежит. И от меня будет еще 2 победителя, для которых я буду разыгрывать 2 вот таких платья лапша. Они идут универсального размера, S, M, L. Может даже и XL подойдет. Они черные, классические, и по бокам вот такие вот бело-красные полосочки. Длина очень хорошая, длинный рукав, как раз на осень будет вас согревать. 2 вот таких новых платья из моего магазина. Решила вас немного утеплить к осени. Ну а теперь давайте приступим к нашим бьюти-боксикам и посмотрим, что же приготовили наши девочки. Первый бьюти-боксик это у нас от мамы. Мама приготовила для вас туалетную воду Aqua Aromania от Faberlic. Также хайлайтер, который очень пользуется спросом в моем магазине. Крем для рук, лимончик. Такой вот лак для ногтей, кератин лак для ногтей. От Sally Hansen, очень хорошая фирма, то есть будет укреплять ваши ноготочки. Также идет блеск для губ и 2 вот такие красивые резиночки. Это вот такой подарочек от моей мамы. Она будет победителя выбирать отдельно сама под моим видео. Все условия конкурса я потом расскажу в конце видео. Следующий бьюти-бокс это у нас от Лены, от Алены нашей, моей подружки, черненькой блогера, тоже начинающий блогер. Она для вас приготовила точно так же хайлайтер, который у меня хорошо пользуется спросом в магазине. Приготовила крем для рук «Бамбук». Вот такой вот бальзамчик, просто с невероятным ароматом, вот эти все бальзамчики. И набор кистей, очень хороший набор кистей. Мы уже с ней как-то разыгрывали такие наборы в другом конкурсе. Наборчик очень качественный, вот в такой вот упаковочке. И здесь, в принципе, разнообразие всех кистей. Профессиональные кисти, и брала она их в индустрии красоты. В общем, кисти для всего, для бровей, и бочонки, и для пудры, и для всего-всего. Вот такой вот бьюти-бокс от нашей Алены. Следующий бьюти-бокс, я, честно говоря, разложила их в случайном порядке, поэтому не знаю, где чье. Так, следующий бьюти-боксик, это от нашей Кристюши. Так, от Кристюши у нас здесь много всего. Вот такой вот скраб из Таиланда для лица. Мне кажется, я уже его аромат чувствую, очень приятный. Дальше тушь для ресниц. Следующее, крем для рук, бананчик, блеск для губ с офигенным ароматом, это с моего магазина, закупились девчонки. Дальше, витаминная сыворотка от Faberlic, из новинки, которые сейчас Faberlic. Также в бьюти-боксе будет хайлайтер для стробинга, очень такие нежные, хорошие цвета, мерцает, в общем, для сияния. И вот такая финишная пудра белая, в принципе, мы пользуемся с Кристиной, когда красимся. У нее финишная пудра белая есть и у меня, смотрите, а здесь еще со спонжиком внутри. Вот здесь в хайлайтере у нас есть зеркало, смотрите, и кисточка, то есть это можно брать с собой, это вообще очень удобно. И здесь в пудре, по-моему, тоже, да, большое зеркало причем, и спонжик. Ну еще этой же фирмы Funnel идет здесь в набор профессиональная кисть для тонального средства и корректора. Мне кажется, очень хороший наборчик. Кому-то из вас достанется. Следующая коробочка это от меня! Точнее, от моего второго канала, так как он тоже участвует в розыгрыше. И здесь я решила вам тоже собрать бьюти-боксик. Смотрите, NYX это корректоры, как вы знаете, да, разные цвета маскируют, разные там что-то прыщички маскируют, что-то круги под глазами. В общем, вот такой вот NYX профессиональная косметика, очень хорошее качество. Дальше, матовая помада у меня точно такая же есть, просто превосходная матовая помада. Ложится очень мягко, красивый, яркий цвет. В общем, матовая помада от Divash. От Divash еще у меня здесь есть тоже очень приятные цвета, мягкие. Это тоже для контурирования лица.
хайлайтер можно использовать здесь, да, и контуринг. Также можно это, как и румяна, использовать с зеркальцем вот такой вот. Кристина, кстати, его обожает, у нее такой же уже заканчивается. Вот, я решила вам его разыграть. Так, ну, естественно, крем для рук Яблочко с моего магазина и блески для губ. Также идет гель-хайлайтер для бровей от фирмы Sephora и фломастер-подводка от фирмы Revlon. Также в набор входит еще вот такой вот набор очень хорошей фирмы Uriage Xemos. Я надеюсь, я это правильно прочитала. Очищающее, успокаивающее масло, очищающий, пенящийся крем и молочко-увлажняющее для тела. И вся эта коробочка тоже достанется кому-то из вас. Ну и завершающая коробочка, это у нас, скорее всего, от Леночки, от нашей. Самая тяжелая коробка, потому что здесь находится ее любимый бальзам для волос, глубокое восстановление от Вэлла. Я вам скажу, что на день рождения она мне подарила такой бальзам. Честно говорю, просто превосходный бальзам. Я им пользуюсь с удовольствием, с большим. И всем его рекомендую. Для нее это must have, она их где-то находит, и хорошо, что она мне нашла. Реально очень классно, замечательно пахнет, и очень быстро волосы прям скользят, шелковятся и расчесываются. Замечательно. Спасибо, Лена, за то, что ты мне его подарила. Также у нас крем для рук Бананчик. Бальзам для губ, очень вкусно пахнущий. Тональный крем от Maybelline. Тон на витамин Е, аргановое масло для всех типов кожи. Тон 03, светло-бежевый. Ну, я думаю, достаточно универсальный цвет, многим подойдет. Это тоже ее любимый тональный крем. Также пудра, которую она все рекламировала, матирующую. Очень она ей нравится, очень хорошо маскирует и матирует. То есть она говорит, что можно даже без тонального обойтись одной этой пудрой. Можете посмотреть у нее видео, она очень подробно делает обзор на эту пудру и просто ей восхищается. Также в Beauty Box входят еще вот такие вот матирующие салфетки, 50 штук в упаковочке. Ну и пробнички Виши, которые вы сможете попробовать и заценить косметику. Ну, а от себя я разыграю два платья, можете посмотреть, как они выглядят, платья красивые, мне кажется, они подойдут под любое мероприятие, их можно носить как под каблук, так и под кроссовки, плюс сейчас осень, я думаю, что это платье очень классно впишется и по цвету, и по своему дизайну, и главное, что оно универсальное, очень классно смотрится еще под кожаную куртку. Я хочу разыграть для вас вот таких два платья. Ну, а теперь подойдем к условиям конкурса. Под своим видео я оставлю ссылки на всех моих девочек и на свой второй канал, на которых вы должны подписаться. Большинство из вас, я думаю, что уже подписаны на всех и следят за новыми выпусками. Ну, а тех, кто еще не подписан, может принять участие в нашем таком большом конкурсе и что-нибудь от нас выиграть. Следующее условие – это сделать репост этого видео в одну из ваших соцсетей – Одноклассники, Facebook или ВКонтакте. После того, как вы все это сделаете, вы можете написать сообщение «Участвую» и оставить вашу ссылку на ваш репост, чтобы мы могли проверить выполнение условий. Каждая из девочек, которая приготовила для вас Beauty Box, под этим видео в день выбора победителя выберет для себя победителя, кому лично она отправит свой Beauty Box. Ну, а остальных победителей выберу я, выберу случайным образом. 7 подарков, 7 победителей, 5 Beauty Box'ов, 2 платья. Мы безумно хотим поделиться с вами всем этим. Поэтому приглашаем вас к участию. Обязательно участвуйте. Всем желаем удачи, всем желаем победы. Все подробности еще раз продублирую под видео и оставлю даты, оставлю ссылки. Участвуйте, побеждайте. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока!